Всем привет! Добро пожаловать в УзДекор, подписчики и наблюдатели за моим каналом. Здесь я выкладываю видео с 3D-картинками. Мы покажем вам, как рисовать 3D-картинки, объясним процесс их рисования. Мы начинаем это видео. Поехали! В первую очередь нам понадобится с вами лист размера А4, карандаш, линейка и стиральная резинка. Начинаем помечать лист бумаги. В центре листа сверху начинаем отмерять 2,5 сантиметра. По бокам нижней части отступаем от края 3,5 сантиметра. От метки сверху приступаем к рисунку. В центре проводим вертикальные линии 9,5 сантиметра. Низ буквы с одной стороны 2 сантиметра и с другой. Те метки, что мы сделали, начинаем соединять. А сейчас мы приступаем к рамке. Сверху начинаем проводить горизонтальные линии, не затрагивая рамку и пространство рисунка. Постепенно переходим вниз. После этого в 3D-рисунке начинаем заполнять пространство прямыми линиями, не выходя за границы самого рисунка. Отступаем 1 сантиметр. Переходим к объему рисунка. Проведите горизонтальные линии одной длины от каждого угла буквы, включая ее отверстие. Соедините линии, как показано в моем видео. Не забываем про рамку. Делаем объем так же, как и с рисунком. Заполняем пространство в рамке горизонтальными линиями. Делаем эффект тени. Закрашиваем края карандашом, рамки и буквы. Карандашом делаем темнее углы. Теперь нам нужно растереть графит чистой сухой тряпкой. Также можно это сделать пальцем. Делаем растушевку.
стираем лишние линии. А теперь можно проверить нашу работу с камерой телефона, посмотрев ее под наклоном. Дорогие друзья, наше видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал УзДекор, поставить этому видео лайк. Все вопросы можно оставить в комментариях. Всем пока, до новых встреч!